Приветствую вас, друзья, на канал WebAplay. Меня зовут Владимир, и сегодня мы начинаем серию прохождения по игрушке Seven Days to Die, друзья. Всем приятного просмотра, мы начинаем. Итак, друзья, это у нас будет тестовый собег по этой игрушке, так я играл ее очень давно, в далеком 2013 году. Да, игрушка намного очень развилась и поменялась, много чего. В данной стадии у нас получается версия альфа 18.3 с русской локализацией, с некоторыми модами, потом я в процессе игры покажу. Чисто это, друзья, это прохождение будет только зависеть от вас. Если вы захотите продолжение, будем снимать. Так мы не являемся экспертом этой игры, просто вот я как фанат survival игрушек, и вот захотелось проиграть эту игрушку. Итак, начинаем мы. Я уже создал профиль, по большому счету все базово, все, ничего нового, типа все как обычно, никаких там улучшений, потому что, ну, как я говорил, мы не эксперты в этой игрушке, да. А, чисто мне так, естественно, что они ввели нового, какие механики, какие крафты, как зомбики себя ведут, какой у них короче, искусственный интеллект, да. Посмотрим, в общем, что она всех представляет. Так говорил, друзья, эта игрушка зависит чисто только от вас. Если вы захотите продолжение, это будем снимать продолжение. А на данной стадии мы сейчас, короче, и где мы сейчас очухались опять? Бать моя женщина, блядь. Зимний биом. Но я не хочу зимний биом, друзья, блядь. Я хочу, если тут пумы всякие разные, твари бегают. Знаете, что сделаем? Давайте поищем мы другое это местечко, да? Я не пойду даже до дом лутать здесь. Да на нахер, блин, сдался он мне. Полутаем, что у нас здесь есть. Алоэ. Ну ладно, окей, тот дом еще залутаем. Короче, выполним эти основные задачи, да, которые у нас здесь есть. Полутаем-то дом и пойдем направимся, блин, куда-нибудь в тепленькое местечко, ближе к городу. Тут-то что нахер? Тут медведи, тут всякие, тут довольно-таки мощные зомбики. Не знаю, почему поначалу все сразу... Ох ты. Сразу в начале кидает вот в такую вот жопу, как сказать, честно говоря. Это у нас, опять же, это и не нужно, это информация, короче, там, то, что мы там должны кому-то козлу, да, который нас тут закинул. Так, ягоды у нас есть, еда у нас есть, это мы, короче, сюда, еду сюда, аптечку мы поставим сюда, это потому что нам понадобится. Так, масло забираем, забираем все, что у нас здесь есть, по возможности. Нам надо до вечера успеть до... Ух ты, блин. И фонарик прям сразу. Временительно, бля, прям, блин, бог рандомом балует меня, короче. Да, блин. Да, блин. Перед тем, как домой в дом пойдем, надо нам собрать камушка. Так, у нас сейчас тут есть какие-то задачи, что надо выполнить, по большому счету. Кто-то уже ломится, блин. Кто-то уже ломится. Так, спальник. Так, садим спальник. Так, дальше что надо будет? Нам будет... Ну, ничего не опережаем. Ждем, пока у нас... все это скажет, что надо сделано, да? Все, так. Спальник поставим пока что сюда. Подоберем спальник. Окей. Дальше что ты хочешь? Каменный топор. Ладно, каменный топор тебе будет. А каменный топор. Сюда, так, каменный топор сюда. Так, ладно. Что ты хочешь дальше от меня? От меня хочешь? Тряная туника, тряные штаны. Давай. Ух ты, ограбление. Побдень на адреналине, поставьте адреналин на службу, мы можем упасть с метро без травмы. 5000 дюков. Пс, блядь, 5000 дюков. 15 метров. Я должен 5 штук иметь, да?
Да. Окей. Дерево. Так, собираем. Где, блин, зомбари? Вытаскивайте свои жопы уже. А, мы сейчас это дерево собьем, надо же делать спокойствие, пройти линеечку. Так. Даже, друзья, если какие-то комментики, советики по поводу этой игрушки, по поводу что-то может не делать не так, как, блин, теперь 7 лет прошло после того, как я вообще ее запускал. Я потом вот сейчас лазил по Стиму, ну что-то, что ж поиграть, что поиграть, что поиграть. Вот, мы нашли, что поиграть, да, как говорится. Туника, значит, что еще там, штанишки, вот капюшон, башмаки, вот это можно, что это такое? Бандана, это на лицо, это потом все сделаем. Одеть. Давай, быстренько. Одеть, это выбрасываем, не нужно нам. Фонарик продадим. Так, что это, деревянная дубина? Отлично, есть деревянная дубина. Что ты хочешь дальше от меня? Все? Все. Опа, я тут что-то мы пропустили. Вот таких тут рандом просто бешеный. Тут может всякие вообще добротные вещи валяться, блядь. Тут вот здесь, в этом, простейший лук. Боеприпас один это. Чисто только, чтобы исполнить КВ. Я не буду сходить с луком. Я буду ходить с другими вещами. Блок деревянного каркаса. Не знаю, может быть, я не прав, но мне, я считаю, что есть более удобный способ бороться с зомбиками. И не, постоянно не тратить на это ресурсы в виде стрел. Так, сейчас пойдем, должен мне что-то еще попросить, да? Да, костер. Я еще должен разместить его, ну ёб твою мать. Но я все равно уничтожил, не нужен мне. Продолжайте. Хорошая работа, выжившие. Вы доказали свою способность. Мы отметим на вашей карте ближайшее поселение White River. Там вы выйдете на торговца, с которым можно вести дела. Также обмениваться стоимостью одним из... Так, ясно. Так, тут какие-то NPC, походу, еще есть. Или если я не ошибаюсь, точно не знаю. Поправьте меня, друзья, если я ошибаюсь. Так, все мы построили, да, нам сейчас... Вот что я хотел сделать. Каменное копье. Что ты, почему ты не даешь мне делать? Что тебе не хватает? Блять, камня не хватает. Объясню, почему каменное копье. Сейчас, секундочку, друзья. Мы бросаем копье. У нас есть вариант, то, что мы можем дропнуть зомбака. Сразу подбегаем вот этой, блядь, дубиной и его оглушаем, пиздим его, пока он не встал. И повторяем это по кругу, да? В идеале, конечно, мне делать два копья, потому что я могу промазать, так как у меня сноробочка-то я потерял уже, как говорится. Арбалет, так, каменный коп, вот так, делаем. Значит, так, топорчик мы сюда перекладываем сюда. Это факел вообще пока что нам не нужен. Это сюда. Отлично, это сортируем то, что здесь нам нужно. Это нужно, свинец, ну пусть лукей, пусть будет. Так, ладно, пошли дом лутать. Надеюсь, тут зомбарей немного, чтобы нас там... Не отпиздили так, как говорится, по-жестокому. Давайте пошумим. Потому что у них сейчас есть новая система. Ты понимаешь, ты вот зашел, да, в дом, тихоря. Ты не... Если ты не буянишь там слишком страшно, да, ты можешь вообще в стелсе подкрасться к этим пидорам и убить их, этих зомбарей, я имею в виду. И все. Вот, например, сейчас, наверное, тут откроем, тут будет зомбарь где-нибудь. По-любому где-то должен быть зомбарь. Нету зомбарей здесь? Странно. Очень странно. Пусто. Блядь, ничего нету. Окей, а здесь? Может быть, еще зомбарей нету, блин, ну как-то. Желательно мусор из-под ног. Если хочешь по стелсу забраться домой, лучше мусор из-под ног разбивать. Медь.
Так, нычки нету, нет. Также, опять же, нычки, друзья, должны смотреть за нычками. Тут бывает очень много нычек. Даже в таких местах даже не подумаешь, что они там вообще должны быть, блин. Ну, это так устроено, чтобы игрушка была более интересная. Не чтобы это все на виду вилера. Так, вот что, могу бандану построить. Хочу бандану делать. Подожди, одежду. Вот. Нет. Это что? Не-н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 е. Бандана, вот. Личико закроем. И как мы выглядим сейчас? Конечно, ужасно, наверное. Но смотри, бля, вообще. Так, ладно, хер с ним. Пошли дальше лутаться. Идем по стелсу по возможности. Так. Да вообще лута говно. Это что? Ничего. Потому что они могут быть даже в таких местах, что даже, блядь, говорит, как грил, что так, что я поднял. Этом. Так. Главное сейчас жрачку найти нам. Нету жрачки. Нету жрачки. Да бля. Вообще. Бог рандома просто нам говорит, идите вы в жопу. Ой-ой-ой. Стулья соберем. Так, кто-то наверху. Кто-то наверху. Нам связь, по идее, сейчас не нужен, блин, ну да ладно. Пока место есть. По-моему, тут будет зомбарь, нахуй. Палю басу. Нет? Да что, вы издеваетесь надо мной? Я не понимаю. Где зомби? Как-то очень все подозрительно тихо. Видите, мы под стелсу подошли. Смотрите, мы сейчас берем копье. И получаем раз-два. И все, мы сразу его убили. Критом. Вот в чем и прелесть копья, как говорится. Ух ты, здравствуйте, кроссовочки. Одеть. Я, конечно, не буду разбирать сейчас вот это все дело. Конечно, нам надо было бы трубы, все остальное, но мы сначала заценим, если у нас есть бомб, тут какие-нибудь эти, как его, зомбари. Так, мусор не тронутый, так. Отлично. Тумбочка пусто. Так, это туда потом можно было еще так разобраться. Хорошо. Ладно-ка, дальше. Так, блядь, ну как-то вообще, говорю, бог рандома нас вообще нам не дает разживиться ничем. Так, это что у нас здесь? Разбираем. Тут будет кожа. Очень хорошо. Не может только один зомби, что ли, здесь был? Как-то странно это же. Сейчас проверим здесь. У нас еще одна комната осталась. Здесь мы не были, да? Да, не были. Странно. И зомбарей не видать. Очень странно. Ну ладно, нам лучше. Ну не то что лучше, но блин, было бы лучше опыта, конечно, понабрать. Так, это свинец, разберем. Еще здесь нету ничего. Так, радиатор, ясно, явно мы ничего с ним не сделаем. Так, хорошо, что здесь? Пусто. Короче, никаких нычек мы не нашли, да? А печально. Раз, разберем тогда эту вот тему. Металлолом это вообще очень важная вещь. Так, давайте на крышу глянем. Может, что-то здесь что-то заныкали, если, блин, не знаю. Ну, навряд ли, я думаю.
Ничего толкового. Так, хорошо, ладно. Да, можно провалиться. Ладно, пошли отсюда, да. Так, короче. Куда нам двигаться? Нам, по идее, вообще двигаться, блин, к продавцу, но, блядь, там... Там будут какие-то... нехорошие вещи происходить, по-любому. Так, ладно, пошли, может быть, по дороге. Обойдем эту всю жопу. Потому что там, блядь, медведи, там пумы, там вот такая всякая жесть, на. Она нас сожрет просто, блядь, на раз-два. Не люблю я зимний биом здесь. И ему тогда было, блин, страшно, блин, да сейчас до сих пор еще страшнее. Надо держаться дороги. По максимуму лутаем, что у нас здесь есть. Это что, уголь? Отлично. Уголь нам нужен, чтобы создать велосипед. То есть нам ничего не изменилось. Там надо штук 20. Очень удачно, что вы достали кирку. Очень-очень хорошо. Очень радует. Эту соточку наберу. Да, вообще не, блядь, вообще как-то очень печально. Так, знаете, что сделаем, друзья? Сделаем такую фишку, мы поставим, подожди, карта. Создать метку. Быстрая точка. Сохранить точку карты. Так. Уголь. Потому что у меня латинская клавиатура, блин, чтобы тут не парить мозг. Искать, где у нас русские буквы. Я надеюсь, нас тут никто не загрызет. О, жрачка, это хорошо. Так, у нас перегруз. Блядь, перегруз. Так, что у нас? Что мы можем... А почему это не одели? А где? Тут были только что башмаки мои. Носить. Разобрать. И как-то, блядь, быстренько удрать нахуй. Блядь, там зомбарь. Ну хуйня эти зомбари, они меня не догонят. Все равно, мне, блядь, мне главное сейчас удрать, это, чтобы пума какая-нибудь не попалась мне по дороге. Я даже не буду здесь ничего лутать, нахуй, блядь. Просто вот такие вот что-то появятся по дороге. Потому что здесь очень жестокие пацаны. Очень жестокие. Что ты опять мне тут говоришь, перегруз? Так, значит, что мы выбросим? Мне латунь надо переработать. Юка, семена. Ладно, пусть стоят. Пригодятся нам юка. Вообще очень хорошая вещь. Так, что у нас здесь? Так. Дорога. Асфальт. А где асфальт? Значит, там и должна быть... Нам все равно в ту сторону. Давай, погнали. Не будем... Да, видите, блядь, эти монстры, эти, блядь, жестокие пацаны, на. Короче, пиздец. Короче, друзья, как доберусь до торговца, блядь, пума. Я надеюсь, что я доберусь до торговца, так как торговца вернусь, так сразу подключусь, чтобы время не терять зря. Так, короче, друзья, блядь, не получилось мне добежать до, как говорится, до пацанов. Опа. Там один чувак, надо его нахуй завалить. Мне отравили. Надо сейчас тихонечко. Ой, ёптами. Что-то я ломанулся, молюсь. Вот о чем я говорил. Очень хорошо и удобно использовать копье. Вообще, имбалансная тема, блядь, конечно, здесь придрочиться, конечно. Короче, ночь мы протусуемся здесь, и тогда ломанемся уже к продавцу следующим днем. У нас какие-то очки, походу, уже открылись, да, надо что-то там посмотреть, что мы можем открыть. Да, меня тут заразили, блядь, я искал всякую шнягу, чем можно было похилиться, но успел найти мед. Заболел только на 2,3% инфекция, да. Не страшно. Так, это все нормально. Так, хорошо.
Здесь, ой, ёптай, тут все так печально. Охуеть. Окей. Допустим. Мы можем сделать вообще фишку такую. Вот такую. Алоэ мы сейчас цепанем. Ну. Чтобы на тебя не попасться еще, блин, так. Здесь мы переночуем. Блядь, здравствуйте, на. Ебаный рот. Тут, короче, целый табор этих пидоров, смотри. Да, блядь, промазал. Лагает-то хуйня, она... Где мы вторых копьев? Чувствовали, да? Чувствовали, друзья? Каким пизданул, ага. Так. Смотрим, что у нас здесь... Что у нас здесь? Оу. Оу. Проверяем всегда вот такие вещи. Могут, там могут быть нычки. Нычки. Как я лишь стелсу, по стелсу подходим, и они ни хера не знают, что происходит вообще в округе. Так, ладно, что у нас здесь есть, что мы можем выбросить, что нам не нужно. Ну, бля, все нам нужно. Походу здесь будет просто хуево туча зомбей. Я вижу четверо пока что. Но если мы втихую подойдем, пизданем одному, будет все чуки-пуки. Отлично. Да вот багается вот здесь. Вот в чем прелесть копья, друзья, я вам говорил. Вот, и она во всей красе. То есть, представляете, достать вообще имбоватый. Ух ты! Зомби-лут. Это что, антибиотики? Отлично, отлично. Так, ночь. Блять, они сейчас проснутся, будет пизда мне. Носить. Так, мы не будем здесь шуметь. Ну нахер. Короче, друзья, как ночь пройдет, вернемся, друзья. Ну что ж, друзья, почти расцвело. Поехали дальше. Быстренько пролутаемся здесь, посмотрим, что у нас здесь еще есть. И тогда уже выдвинемся к торговцу. Жрачка, там какие-то двери. Блин, напрягает меня. Чтобы мы так как-то... Вовремя туда пришли, блин. Так, давай. Все, замечательно. Сейчас они будут медленные. Такие ленивые.
Да, блядь, гвозди нахрен вообще нам сдались. Были гвозди нам сдали? Зачем нам нужны гвозди? Ой, блядь, тут же просто нереально сколько лутать. Ну, пиздец. Ну, ладно, сходим, посмотрим. Так, присядем, а то мало ли там какие-то уёбки будут наверху сидеть, а? Какие-то вороны, блядь, дохлые. Тут провалимся, лучше туда не наступать. Так. Какая нычка. Но это не основной лут. Оу. А вот это хорошо. Это мы потом возьмем, когда мы полутаем вверх. Мы... Блять, вот эта тварь там сидит, смотри, друзья, вот это. О чем я говорил, блядь, это... Ой, я еще один там, ну, сук. Ну ладно, постараемся, конечно. Не люблю этих его... Здравствуйте. Ух ты. Какой-то так энергия просто просела в секунду, нахуй, я не понял. Так, бля, попытаться может так ворона еще завалить, на. Ну, навряд ли нам получится нас так ворона мотануть. Ну, постараться можно, конечно, блин. Ух ты, блядь. Бля, там еще это... Ай, ешки-матрешки, бля. Я ж говорил, что это тварь такая противная, где пиздец. Ладно, что мы можем сделать? У нас инфекция, да? Блять, ладно, пока что не будем использовать ее. А, как отсюда выберемся, тогда оденем, блядь. Да чувствовал, что. Ну нахуй, бля. У меня здесь нету, пацаны. У меня здесь... В смысле, блядь, нихуя нету? В смысле, блядь, как так? Нет вообще. Меня здесь нет, пацаны. Меня здесь нету. Игнорьте меня, блядь. Потому что там была какая-то нычка, походу, я там видел, в конце была. Ну да ладно, блядь, не в том суть дела. Нихера нет. Ладно, короче, валим отсюда. Валим к продавцу. Туночку мы проверили, там этого не будем трогать нахер.
Надо, блядь, нам еще километр бежать до этого, блядь, податься. Можно было, конечно, полутаться еще, но смысла у меня сейчас нет. У меня так уж перегруз. Это мы сейчас слезем вниз и еще кольнем себе. Оу. Мы чуть хитрее сделаем. Ну оттуда никто не придет, потому что мы там поставили баррикаду, они через эту баррикаду не пролезут. Так, ладно. Встаем, побежали. Нам надо. Это что было? Ой, блядь, это тварь. Блядь, давай мне эту снягу, ёбаный рот. Да, блядь, ты издеваешься надо мной. Блять. Попрыгунчик Джо, ёбаный в рот, я его не ожидал здесь вообще ни грамму. А откуда ты привез, блять, ублюдок? А что здесь за дверь еще? Комбы какие-то, ёбаный в рот, ну. Мы только дарков, наверное, бля, не доберемся, Сиена. Химия, это хорошо. Так, антибиотик, подождем, мне хоть использовать их сейчас. Что это такое? Краны. Жать, тварь, блядь. Нитрат серта. Блять, мы собираем все на. Опа. Тачка. Патроши. А смысл мне от вас, блять? Если мне нечем стрелять по вам на. Ладно. Полим стероиды. Кушаем эту тему одну. Пока что антибиотики еще не используем. Понадобится для патрош в химии лаборатория. Нахуй твои эти. А, все. Короче, выбрались мы отсюда. Погнали мы. В торговцу, бля, ебать, надо километр бежать, это писец на. Идите в баню у все, очень жестокое место. Тут и, блядь, попрыгунчики, нахуй, видите, какая разница в сложности, блядь.
зимнем биоме вообще пиздец. Я охуей. Так, короче, антибиотики ебашим. Это тоже используем. И погнали. У нас, блин, коршун, сука, блядь. И что это? А, нет, это чувак. Ладно, а куда нам надо, блядь? Ну, мы тут опять сейчас попадем под раздачу каких-нибудь пантер, блядь, пум. Ладно, мы можем убежать от них, они не так быстро бегают, как мы. А вот насчет мишки не уверен. Сус. 725 метров, блин. Ой, бля, идите нахуй. Так, надо перебраться вот туда. Переберемся туда и все. Эти жестокие пацаны нахуй исчезнут. Даже не пойду лутаться туда, ну нахер, идите в жопу. Там мне надо идти куда-то переплыть что-то. Вот здесь меньше расстояния. Да, бля, тут, короче, я не знаю, я, короче, перед этим пытался уже записывать игрушку. Я, типа, записал, ну, блядь, и сдох. Меня пума споймала. Вернее, я хотел с ней, начал, блядь, биться. Побился, блядь, так что мало не показалось, что я побился, на. Пей. Надеюсь, что на дизентиле не схватим. Так, хорошо. Отлично, отлично, отлично. Где еще одно копье? Так, хорошо. Ладно, побежали. Полная стамина у нас. У нас 500 метров. Ну, не так уж страшно, но все равно, блин. Да, блять. Так, тут пум не должно быть. Ну, а от волков мы и убежим. Ну, от не от волков, от собак, вернее. Но надеюсь, их здесь не будет тоже. Так, стопе. Яичко нам надо понадобится кушать. Так, дорога, дорога, дорога. Дорога, наверное, скорее всего, придет нам к нас к торговцу. Я надеюсь. Ну, в принципе, может, какие-то машины попадется еще по дороге. Ну и наверняка нападение каких-то были диких собак меньше у нас в этом плане, так что мост. Походу, надо через горку бежать, да? Бля. Серьезно, бля? Это что? Это уголь? Нет, это камень. Это камень. Вообще бог рандома ничего нам не дает, блядь. А вот уголь. Так, ставим метку. Уголь очень важная вещь. Кол 2. Окей. Ладно, побежали дальше. Вот этот дом сраный. Можно залутать его. Свет горит, блядь. Давайте залутаем его. Ты здесь дома, паскуда, давай выскакивайте. Что? Меня никто не ждет? Наверное, на кухне сидят все. Отдыхают пацаны. Так, ладно. Хм, никого не вижу. Стол мы не будем трогать пока что, не надо нам. Нихера. Заперто, заперто. Ну нам это вообще по барабану.
Так. Нитрат. Ух ты! Вот это фартануло. И еще один. Вообще. Я извиняюсь, бог рандома, конечно, нас не пожалел. Пивасик, ёб твою мать. Куса мусора, куса мусора. Шкафчик не тронут. Где ты, тварь? Походу где-то, блядь. А во, блядь. Да, чувствуете, друзья, о чем я говорил, блядь? Копье вообще имба. Имба, просто имба. Так, что у нас здесь? Разобрать надо, что-то разобрать, что мы разберем. Банку. Довольно-таки большой дом, скажу, друзья. По-любому тут кто-то будет сидеть. Я же говорил, сука. Серьезно? Что происходит? Блять, слава тебе, господи, нахуй, я не тормоз... Эй, здравствуй, бля, подруга, как ты так, блядь, охуел вообще? Бежать, блядь. Охерели вы, пацаны. А чё мне так мана просела? Ой, блядь, энергия просела. Я чё-то не ехал, вообще не понял. Что это такое? Пиво? Пилка? Блять, опасно пить вот такую водичку, она, блин, дизентерию можно схватить. Да ты дебил, чё там бой, иди сюда, на. Ну что, на. Выпендривается, тварь. Ладно. Окей. Все. Ох ты, здравствуйте, здравствуйте. Сопротивление холоду. Носить. Подожди, подожди, подожди. Не берем это. Это можно просто забрать, продать. Химлап. Замечательно. Ай, закончилась моя эта, бля, вот будет писец. Ой, сейчас будем очень медленно передвигаться. Ой, ёпты. Мама, бля, вы что такая большая? Пиздец. Пиздец, отдайте мое копье. Это промазал вообще в этой шляшке. Да, 18, блять, у нас будет так бы медленно бежать туда. Нычка есть?
Серьезно? Оружие. Нахуй все использовать, что можем использовать. Это издевательство. Это чистая вода. Издевательство. Смотри, тут еще есть какая-то, блин, нычка внизу. Серьезно, ебать, посмотрите, что здесь, друзья. Ёшки-матрешки. И мне места нету, блядь. Кофеек пьем. Что можешь выбросить? Ладно, это, блин, используем. Это выбросим. Это разломать. Это разломать. Что еще? Выбросить. Эй, тихо, тихо, иди сюда. Камень, на камень нужно ставить. На починку. Офигеть! Ну ты, блядь, издеваешься. Охереть. Что мы можем выбросить? Блядь, патроны надо. Это надо. Ладно. Это продать можно все, блин. Яйцо найдем. Бумагу. Но все равно нам не хватит места на все. Это что на здесь, все добро, что здесь. Блин, патроши. Ешки-матрешки, блядь. Куда что? Что делать? Куда что девать? Да. Ну ничего, посмотрим. Смотри, сейчас давайте мне еще что-нибудь такое интересное. Механические части. Что можем еще? Бутылки нам нужны. Это перья, блин, тоже. Хлеб. Да нахуй хлеб. У нас жачки. О, пацан там валяется, блин. Ё-моё! Тьфу, блядь. Сломатый. Ай-яй-яй. Ох ты, блядь. Ну, посмотрите, что они нам дают. Меха. Мать. Выпьем эту тему. Что можем еще тут поставить? Что можем выбросить? Ладно, семена юки выбросим нахер. Цемент нам тоже нужен, ну блин. Кофеек. Пьем все, что возможно. Бля, что-то я вообще никуда не вижу уже больше. Нычек нет нигде больше. Офигеть. Сюда. Где-то дверь есть. Это на выход? Да, замечательно. Все, ладно, погнали. Ой, награбастали мы здесь. Ешь ты. Блин, нам туда надо бежать. Езус, это будет просто очень долго. У нас такой перегруз нереальный. Так, там, я думал, кабан.
От собаки сейчас мы точно больше не убежим, на. Блять, тут еще домик. А яшки-матрешки, ладно, хуй забей. Нам бы дело бы разобрать его, но у нас для нету. Ладно, ладно, ладно. Короче, что мы можем сделать? Мы можем оставить здесь метку, опять же. Что мы можем здесь так, не знаю. Такую. Так, workbench. Идем. Побежали, вернее, не идем. Блин, это будет долго. Ну что, друзья, когда бегу, сразу подключусь обратно. Ну что ж, друзья, мы почти добрались до торговца. Вот он, да, красавчик, да, это он, да, да, замечательно, блин. Очень жестоко там, блин, и медвежонки, медвежата были, блин, кого там только не было. Надо, блин, быстрее добежать до этого пацана и все. Фу, блядь, ну, закрой дверь. О. Все, надо тебе продать все, что у нас говно есть на наверху. Не то, что говно, а то, что нам пока что не надо будет, в связи с тем, что, ну, мы еще не так развиты. Замечательно. Здорово, блядь, чувак. Можно продать все, весь хлам, что мне здесь не нужно вообще. Самородок. Продать. Эту маску продадим тоже, нахер нам нужно. Так, сейчас пока что. Латунь, это что? Продадим. Это что? Это можно ставить. Это тоже можно оставить. Это что? Панчо. Это можно продать все полностью. Окей. Дальше, дальше. Это можно что такое? Алмаз. Продать. Нам, не знаю, пока что он нам не нужен. Не пригодится нигде. Что это? Серебро тоже. Продадим. Так, что у нас здесь остается еще? Так, латунь нам нужно будет, это нудно, все нужно. Хорошо, что у него здесь есть такие интересненькие, есть что такое можно приобрести у тебя? Нихера, да? Клей, жир, фонарик, кстати, фонарик можно тоже продать. 6000, иди ты в баню. 200, лопата, блин, ну лопата хорошая, конечно. Но смысла покупать сейчас не вижу. Так, диван. Так, что это куку... 2000 кузница? Сколько у нас денег? Где наши деньги? А, 1730. Клапан 34, ладно, это не нужно. Так, что у нас здесь? Потроши, гвозди, блядь, ну ничего. Модификация подрывник. Увеличит 15 каменным конструкциям. Хороший, конечно. Так, что это у нас? Часть лука арбалета, каркас, модификация клоун. Увеличит 15% под дерево. Это что? Ух ты, блядь, снайпер. Железный арбалет. Схема. Схема? Блин, схема, подожди, схема, это подожди. Подожди, схема это схема. Или себе вот так. О, ладно, черт с ним, пока что забьем на это дело. Так, дальше что у нас тут по продаже, что можем продать? Химия нужна, 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 все это, блядь, нужно. Ладно, короче, посмотрим, что можем заапгрейдить. Это что у нас здесь было? Так, это у нас конструкция на бита. Это можно уничтожить. Модификация, давай сюда пока что положим ее, пусть она есть. Потому что ничего с ней не случится, мы потом можем в любой момент ее снять. Так, что это, броня? Куда я тебе могу забубенить? Так, подожди, где там одежда? Давай, на куртку могу тебе забубенить? Блин, что ты, куда ты делал? Вот она. Модификация.
Нет, это на колено, это на ноги, да? Ну давай чисто так, поножья. Чисто ради интереса, могу модификацию сделать, да? Нет, ой, ой, упала. Ладно, черт с ним, забили сейчас на эту хуйню. Пошли проверим, что у нас здесь есть. Оу, рабочий химический стол, вау. Замечательно. Рабочая печь, вообще бомба. Сломанный верстак. А-а-а, мать моя женщина, что это такое? Мины. Бетон-мешалка. Йоу. Очень много вещей, которые работают. Вообще отлично. Так, ладно, друзья, на этом мы сегодня закончим. То так уж получилось около часика видосик, друзья. Если вам хотите продолжение видосика, конечно, нажмите лайк, поставьте коммент, оставьте комментарий вот по поводу этого, если хотите еще продолжение этой игрушки или нет. Ну вот, в любом случае, я буду продолжать играть в другом уже аккаунте, чтобы, типа, более-менее как-то там знать, что вообще происходит в этом деле. Мне что-то пока что наинтригует, очень напряжная игрушка. Так что продолжение этой игры полностью зависит от вас, друзья. Если вам хотите, чтобы мы продолжали снимать эту игрушку, выживать, развиваться, отбиваться от зомби, пожалуйста, оставьте комментарии по поводу под этим видео, да, и высказать свое пожелание. Также, если у вас есть какие-то советики, пожалуйста, оставляйте, конечно, внизу их под этим видео, опять же. Но сегодня мы заканчиваем. Большое вам спасибо, друзья. Всего доброго. Пока-пока.